Сегодня организаторы, партнеры и участники декады зрелого возраста собрались на пресс-конференции, провели ее в обновленном зале санатория знания. Его отремонтировали к очередному фестивалю. Директор здравницы Дмитрий Богданов поблагодарил дизайнеров и строителей за реализацию этого современного проекта и рассказал собравшимся о том, что ждет участников 10-дневного образовательного марафона. От возраста дожития к возрасту счастья девиз декады из года в год остается прежним. На мастер-классах и лекциях их будет более 150. Представители серебряного возраста учат жить активно и интересно. Известные спикеры делятся ведущими российскими и зарубежными практиками. Все мероприятия абсолютно для всех участников декады проводятся бесплатно. Именно поэтому такой большой интерес. Но самое главное – это та польза, которую получают слушатели, посещая наши мероприятия, потому что много информации на самом деле есть, но она по-прежнему остается недоступной. Те, кто приезжал учиться и слушать на первый фестиваль, сейчас уже сами ведут свои тренинги, ведут свои семинары, ведут свои мастер-классы. В этом году ожидается 70 спикеров и около 3000 участников из 70 регионов страны приедут даже из Казахстана. Чтобы разместить такое количество гостей, санаторий знания привлек и партнеров – соседней здравницы. Активно участвовать в декаде будут и слушатели Сочинского народного университета. Сегодня он объединяет порядка 180 активных пенсионеров. Декада, она позволяет дать новые идеи, познакомиться с людьми, получить определенный опыт и уже рождать взамен новые проекты. После этой декады родился очень серьезный, самый важный проект в нашем университете. Это «Стиляги 50+.» Фестиваль активного долголетия расширяет границы, участников становится больше, а программа разнообразнее. Так, в этом году в нее включили турнир по нардам и открытое первенство юга страны по приготовлению шашлыка. Так что интересно и вкусно будет всем участникам уже 5-й декады зрелого возраста. В этом году она пройдет с 14 по 23 ноября. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.